Серьезно? Не, ну, я понимаю, что у нас треев было в последнее время прям очень много, но Бокар дома как будто бы подкручивает нам их и дальше. Ну шо? Unlock, Go Life in Life. А, это с их этого альбома, да? Угу. Ну давайте, поехали. Так, котики, это же какое-то интро, да, их очередное? Какому-то альбому. Если да, то это прям хотеть. Если это интро именно к выступлению, тогда это ох, хорошо. Кого? Кстати, вот эти вот красные ниточки, веревочки, ну, я не хочу этого делать, но я сделаю. Венами тоже были. Red Light. Lights тоже были. Ну, как будто бы еще не просто так. Капец, насколько изменилось настроение трека вот в такой обработке, в такой аранжировке. Капец. То есть припев, он настолько прям стал... Как по мне... Нет, не скажу, что эта версия лучше оригинала. Нет, не скажу, оригинал получше будет. Ну, это такое прям... Вот то, что они добавили вот всякие инструменты на фон. Фон сделали, вот. Как-то более объемнее, что ли, звучит. Но другое настроение... Блин, короче... Ай, все. Чё это? Money up and down.
самки. Но меня немного найти, не гибут от горча. На пьяный гагу высоко, ты тоже каши моду. Не уйти вас, ангор вообще уляну путяку. No. Не, я все понимаю. Ну, камон, как они-то вот каждый раз делают новые аранжировки под разные выступления? Мое почтение, блин. Ну, есть такое ощущение, что немножечко какой-то диссонанс между инструменталом и, ну, возможно, именно рэп-лайном. Или, возможно, свели плохо запись. Или плохой звукач был, потому что в некоторых местах рэплайн, он как будто бы пропадал где-то за музыкой, его было плохо слышно. Или все-таки был какой-то диссонанс. Но в целом это, блин, это звучит круто. Это, как всегда, они вот это вот любят помудрить. Но как будто бы совсем другой трек, другое настроение задает. Кланяюсь, просто кланяюсь.